Всем привет! Проснулась сегодня рано, пол восьмого, прям встала бодрячком с легким животом, с легким желудком. Желудком, да. Вчера мы, значит, решили поехать в магазин. Поехали в ТРК, решили прогуляться. Давно уже не шопились, не ходили никуда, не выезжали. В общем, съездили в магазин, прибарахлились. Я купила себе пальтишко такое прикольное, вот. Вот здесь фоточку прикреплю. Мерила одно, вот это, но взяла второй вариант. Серое взяла. Взяла розовый шарфик к нему, такой нежно-розовый. И думаю, оптимальный такой универсальный вариант и с кроссовками, и с ботинками, и с туфлями, и с сапогами. Радостные, довольные, сходили в ресторанчик еще зашли. Я, значит, на ужин, время было часов 6. Я заказала себе пасту с креветками, ну, потому что не каждый день такие роскошные ужины. Вот, думала-думала. Сначала такая думаю, как? Чё, я же худею. Чё мне заказывать вообще? Потом думаю, да ладно, время ужина, нормально поем сейчас. И все как раз только завтракала. Поужинаю, и все. Съела эту пасту с креветками, с соусом, с таким там, не знаю, сметанной или майонезной даже немного. Но вкусно, было вкусно. И сока 0,25. И что вы думаете? Сегодня у меня отвес минус 600 грамм. 66,2 я сегодня вешу. Вот что значит кушать все, что хочется. Главное знать меру и не переедать. Сегодня шестая тренировка будет, шестая. Сейчас потренируюсь, чтобы у меня весь день был свободен. Что еще хотела вам показать? Я доделала наконец-то эту красоту. Я доделала наконец-то свою фотозону весеннюю, такую весенне-летнюю. Сейчас я ее отфоткаю и выложу на праздники, на утренники, может быть, куда-то. Вчера еще пока ходила, выбирала себе куртку, пальто, достаю телефон, смотрю, у меня 4 сообщения, пропущенный вызов от девушки, которой я продала гнома. Вот в последнем видео я увозила ей. Думаю, странно, что там такое. Я ей сама лично вручила, она довольна, все, все хорошо у нас прошло. И она пишет, спасибо большое за гномика. А можете провести мастер-класс по пошиву? Я такая, нифига себе. Да, я вообще обрадовалась тоже. И пообещала ей в ближайшее время, что я сниму мастер-класс по пошиву вот этих вот гномов своих. Сделаю его, не знаю, в PDF-формате в каком-нибудь или не в PDF, скорее всего, в видеоформате. Так, мне кажется, будет понятнее и проще. Также всем желающим можно будет приобрести. Еще один способ заработка. Блин, монетизировать свои знания, свои умения, свои таланты. Просто надо как-то, наверное, сесть и подумать, что ты умеешь. Даже не то, что ты умеешь. Ты можешь научиться этому. Я всему вот учусь постепенно, по чуть-чуть. А то, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься, к своим внутренним вот этим потребностям, желаниям. И развиваться, конечно, в этом направлении. Расфилософствовалась опять. Делаем не в отбивку, не надо сразу же, как вы поднялись, сразу же падать вниз. Постарайтесь долю секунды задержаться, убедиться, что вы поднялись максимально высоко. Сделать хороший-хороший выдох, почувствовать жжение. У меня ощущение, что у меня такая бицуха раздулась. Собралась я, значит, на улицу. Поеду сейчас заберу маму с работы и заеду к родителям в гости. Там Ну и решила сразу прогулять, выгулить свое пальтишко новенькое, которое вчера купили.
сумку, шарфик. Ну, такое универсальное, и с кроссовками пойдет, и с ботинками. И шарфик вот этот розовый купила. Без всяких застежек вот так запахивается и все. Прям вот то, что я и хотела. Забрала маму с работы, приехали в светофор. Овощей, хочу овощей посмотреть на ужин или на завтра. Время у нас 6:30. Мы уже сильно кушать не будем. Заехали с мамой в КБ. Взяла творожок, там вафли. Но я вафли не буду есть. Купили вот таких фиников в светофоре в магазине. Нифига килограмм, да? И недорого. 100 с чем-то, по-моему, да? 110 рублей. Килограмм фиников сушеный с косточкой. Вот с чаем вместо конфет. Еще попьем чайку. Все, еду домой. Чаечек с мамой попили, поболтали. Настроение что-то грустное у меня. Сейчас не знаю, приеду, буду, может, наряд кукле шить. Или резать крылья. Надо крылья делать, у меня их уже не так много осталось. Ну, их вообще не так много. Одни белые, другие белые, большие и черные. Надо про запас сделать. Блин, еще надо мастер-класс снять по гному. Время уже 10:30. Как вы думаете, что я делаю? Что я могу делать? Варю пельмешки Александру, который ест и не толстеет. Везет же, да, кому-то, кто может кушать сколько хочет, что хочет. И у него качество тела не меняется, и вообще хороший метаболизм, и хорошая генетика. А кто-то, вот как я, попила чаю у родителей с творожком, и все. Только воду, да, больше я... А, ну чай с лимоном я еще дома пила. И все. Всем пока-пока, спокойной ночи, и до скорой встречи. Ваш ужин спасибо готов. Спасибо. Приятного аппетита.